Я помню еще одну букву. Я не помню, как она пишется. Но помню, ее как-то произносится. Вроде бы... Но... Нет, вроде... Я не помню. Я не помню. Она была твердой. Вот такой твердой, вообще ее не помять. Я не помню, как она произносится. Вообще не помню. Но ее говорят, что невозможно произнести. Я не знаю, как она называется. Какой-то знак. Деревянный знак, наверное. Или железный. Что железный? Что твёрже? Я не помню. О, очень сочувствую тебе. Ты не помнишь, что называется такая твердая, такая закорючка, такая... Может быть... Я не помню. Вот, как она называется, я вспомнила. Буква... Я напишу ему эту букву, эту замечательную. Я подарю ему эту шикарную букву. И он будет вместе с ней жить. С буквой... Как думаешь, ему понравится? Думаю, если поймет. Я ему красиво, я напишу так. Очень красивая буква, не правда ли? Наверное. Это зависит от твоего вкуса. Может быть. Я напишу, я из класса. Он тогда точно поймет, из какого я класса. Но точно не из А. Нет. Не из А. Типа всё.